Ferrari on Christmas. Так, видите, японский ресторан. Мы решили попробовать вот такой суши. Вообще японские еды. Надеюсь, мне нравится. Сейчас вы будете видеть, я и Саша, и палочка. Очень пьем? Пиво хочется. А пиво? Пиво будет в другом месте. Пиво. Может, я не пойду? Не, может, я не пойду тогда? Нет, пиво будет в другом месте. Хорошо. Что-то написано по-английски. Это сейчас принесли саке. Мне налили Хайникина. Лехе дали тоже саке. И все. И воды принесли. Итак. Вот сейчас мы пьем саке. Оно вроде бы близко к Японии, но оно все-таки далеко от Японии, потому что саке нам принесли абсолютно холодное. В каких-то деревянных коробочках? Нет, деревянная коробочка как положено. Это даже еще незаметной памяти гражданин Озеров в своих фильмах показывал про Японию, что саке пьют из деревянных квадратных коробочек. Оно холодное. Но я думаю, все-таки они правильно принесли его холодное. Пить его. Соли насыпь. Нам какую-то соль принесли, непонятно, какую надо с ним есть. Да я уже здесь вот сюда намазал, просто это уже мой второй глоток. Я уже намазал сюда солью, но... Намазал еще? Не хотел бы сказать, что это было бы очень так сильно помогает. Вот, поэтому приходится пить чисто холодное саке. Тут написано. Вообще это Хайникин. И запивать пиво, да? Это благодаря вот Лехе, он мне его... Это Леша. Сейчас он взял в руки первый раз в жизни... Палочки. Две. Палочки. И нам тут принесли типа самые настоящие суши, которые мы в жизни никогда не пробовали. Сейчас он попробует их. Судя по всему, нам принесли еще какой-то супчик, какой-то соус. Значит, нужно взять вон, да, какой, вот сейчас он пробует вот, тщательно взять вот эту штуку, макнуть в рот. Да не, в рот сразу, кушай. Это не страшно. Это сырое. А это суши, это сырые, они должны быть по определению. Так, подожди, а теперь попробуй без супа или без соуса, что-нибудь одно из двух. Давай. Супом ты уже пробовал. А давай соус. Соус соевый. 100%. Ты жрёшь. Мне же самому есть не хотелось. Так, прислушайся к голосу организма. Надо будет потом взять выски, всю эту записку продолжить. Иначе можно кончиться. Почему? Наш европейский желудок не приучен все равно. У вас европейский желудок? Пардон, ваш родной адрес Бершов, если я не ошибаюсь. И это все сырое. Типа, что оно шевелилось до того, как его в морозильник положили. Так, теперь я хочу попробовать. Сейчас Саша будет мучиться этими палочками. Попробую брать одной рукой. Ну нормально, я зажал крепко, хорошо.
А сейчас он как у нас супчик. И сейчас надо пустить ее в рот. Ну ты обжора сами. По-моему, тебе пора худеть. Сейчас я тебе в этом помогу. Я съем все оставшиеся суши. Что ты на это? Что ты на это ответишь? Это поглощаю. Хорошо, тогда я их поглощу. Они очень сырые, но очень вкусные. Да. Вот это, например, похоже на какую-то траву. Типа листья от. Как это называется? Мы сегодня видели. Марихуана. Лотос. Он очень острый. Ну это приправа. Так ты их ешь суши тогда. Нет, я. Положи ее на суши. Просто... Нет, Саня, ты не прав. Ты должен положить их на суши и скушать. Видишь? Она даже у тебя в рот не хочет идти одна. Нет, на суши надо отдельно. Нет, суши надо с этой штучки есть. Нет, однозначно надо. Ну, хорошо. Тогда скушай отдельно. Так, я объясняю. Вы так вот кушаете, вы будете сыты. Вы был голодным, вы же давно уже все съел бы. Знаешь, как на тебя? На китайцев же пьешь. Нет, китай сколько раз у корочки, наверное, гораздо быстрее. Нет. Что бы вы выбрали? Ты будешь все терять по дороге. Уже остывшие сапеги.